Здравствуйте! Вы находитесь у меня на кухне. Это мой маленький мир. Как для всякой женщины, кухня имеет огромное значение. Для меня, ну и в общем для всей семьи. Эту замечательную кухню 1,5 года назад мне сделали ребята из мастерской ваших идей. План этой кухни я вынашивала очень долго. Мне нужно было, чтобы все было идеально, чтобы все было на своих местах, разложено по полочкам. Терпеть не могу заваленные поверхности, поэтому для меня важно было создать ровные, гладкие поверхности, ничем не заваленные. Отсюда родилась идея сделать вторую стенку и создать на ней специальную полку для бытовой техники. Техники массы – это еще не все. И всем этим пользуешься, и должно быть это все доступно. В общем, критериев для подбора кухни было очень-очень много. Когда я пришла к ребятам, они выслушали меня очень внимательно. И не только разделили мои, ну, как бы не только послушали меня, да, и сделали все, как я хочу, но и подсказали мне многие вещи, направили меня в нужном направлении. Это играет очень большое, вернее, это имеет очень большое значение. Потому что ты чувствуешь в людях единомышленников, ты вместе с ними творишь и в итоге получаешь именно тот результат, которого ожидал. Что касается внешнего вида, ну как бы хотелось, чтобы все было спокойно, тихо, уютно, по-домашнему, но, что для меня тоже было очень важно, чтобы было легко мыть, да, поэтому все поверхности гладкие, никаких фасок. Ребята предложили глянец, я сначала очень была так насторожена, думаю, боже мой, это время будет заляпано. Ничего подобного, все легко моется, все удобно. А что еще мне очень понравилось в работе с мастерской ваших идей, что они меня внимательно слушали не только на этапе проектирования, там, сборки, да, но и потом уже, когда кухня была готова, какие-то вещи ну, потребовали небольшой коррекции. Да? Вот, например, вот эта выкатная корзина, очень удобная вещь, тридцаточка, да. Мне очень много всего помещается, но она была сделана в виде обычной сеточки металлической. А так как мне нужно туда загрузить максимум материала, у меня там 5 килограмм сахара лежит, она, конечно, получилась не очень устойчивая. И тогда Сергей предложил сделать это в виде обычных ящиков. А вот корзинку предложил использовать здесь. Она вот так удобненько выкатывается, то есть полностью безотходное производство. Вот это меня, честно говоря, подкупило, именно то, что ребята готовы вместе со мной следовать дальше, да? И, конечно же, я буду обращаться и дальше к этим людям, которые ко мне так внимательно относятся. Так что я очень довольна, мне очень нравится и нравится детям, это вот место, за которым мы собираемся. Ежевечернее, тут дети иногда делают уроки, что-то мы рисуем, творим, печем пироги. В общем, все очень удобно и большое спасибо ребятам. Все, счастливо!